Навряд ли рубль станет мировой валютой или юань, что скорее возможно. Но это тоже не должно быть и не будет. Валюта должна быть общая, и не американский доллар, который до сих пор диктует свои правила на мировом рынке. Валюта должна быть обновленной, но учитывая Индию, учитывая Китай, учитывая Россию, те Иран и Ирак и так далее, учитывая все крупные государства, которые сегодня на развитии находятся. Поэтому должна быть обязательно новая валюта, но она должна быть объективна и предложена на современном этапе, современным способом, учитывая интересы всех сегодняшних стран, которые находятся в совершенно другом положении, чем были там 20-30 лет назад.